Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. На территорию завода «Крин» заходит второй застройщик. Возводить жилые дома в квартале Карла Маркса, профсоюзная, Володарского, Советская, помимо фирмы «Маяковская», будет компания «Железно». Как сообщает «Строим Киров», представители компании подтвердили покупку участка на перекрестке Советской и Володарского. Сделка состоялась в конце прошлого года. На объект застройщик планирует выйти ближайшим летом. Сейчас разрабатывается эскизный проект дома. Планируется, что он будет многоэтажным. Ранее СМИ сообщали о 17 этажах. Как уточняет «Строим Киров», будет предусмотрен подземный паркинг, общественные и игровые пространства. Дайджест недвижимости. 8 муниципальных помещений намерена сдать в аренду мэрия Кирова. Торги пройдут 5 марта. Город планирует выручить 1 100 000 рублей. Такова общая сумма годовой арендной платы со всех объектов, пишет iKirov.ru. Предполагается, что половину этой суммы, 574 тысячи, внесет будущий арендатор нежилого помещения в цокольном этаже дома по Красина 7. Площадь выставленного на торги объекта превышает 135 квадратных метров. Кроме того, предлагаются в аренду помещения на улицах Ленина и Свободы, в Костино, в Чистых прудах и других районах. Среди помещений – здание гаража, здание склада, помещение трансформаторной подстанции, административные помещения. Заявки на участие в аукционе можно подать до 26 февраля. Определение участников состоится 1 марта. Договор аренды будет заключаться на 5 лет. Дайджест недвижимости. 820 многоквартирных домов в планах на капремонт в этом году. Такую цифру озвучили в региональном фонде капитального ремонта. Данные могут измениться. Так, по итогам 2017 года около трети домов, где планировались работы, не дождались подрядчиков. Проблемным моментом остается и взаимодействие рабочих с жильцами. Собственники жилых и нежилых помещений отказываются впускать представителей подрядных организаций. Соответственно, сроки ремонта затягиваются. Всего по данным фонда, в прошлом году работы по капремонту проведены в 514 домах. Почти в половине из них ремонтировали внутренние инженерные сети, в 114 домах – крышу, в 60 домах – фасад. Еще в 30 многоэтажках заменили лифты. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.